вышли из зала вместе со своим коллективом. ДК опечатывает. У нас есть в городе два ДК. Пока нет восстановления, но я думаю, что это пожарные. То есть наша администрация целенаправленно не устраняла все неполадки. Ни пожарные, никакие. То есть мы занимались в экстренных ситуациях, потому что она ничего не делала. В итоге суд. Сегодняшний был суд. Они думали, что не закроют ДК. ДК закрыли и один, и второй. Закрыли пока на месяц. Собираются завтра в 17:30 его опечатывать. То есть сюда нельзя заходить, нельзя ремонтировать, нельзя сделать ни сигнализацию. То есть ничего делать нельзя здесь. Посещать нельзя. То есть у меня в коллективе детей 80. У меня 9 числа собирался набор. Это еще человек 40. Представьте, какой коллектив нам предлагают танцевать на улице. Мне предлагают просто посидеть дома. А я знаю, что будет дальше. Дальше новая проверка, открываю через месяц. 28 числа следующая проверка, и опять закрываю. Ну а как вы думаете, почему это происходит? Потому что наша администрация, в том числе и городская администрация, и наша мэрия, ничего не делает. Если честно, они вот ставят крестик, да, у них дети занимаются. В таких условиях у них дети занимаются. Но все равно. Стоит пожарная сигнализация, рушится вон у нас крыша или не рушится, течет у нас зал. Им все равно. У нас просто, у нас культура разваливается, у нас два учреждения культуры, все их не стало. Всю культуру, не только мой коллектив, у меня просто самый большой коллектив. Я знаю, что если я сейчас сяду и не подниму родителей, будет очень плохо. Коллективов очень много, в ДК очень много коллективов. Здесь есть коллективы, и песни, и пляски, и просто музыканты есть, и рок-группа есть, и танцы есть, и внизу на первом этаже, здесь у меня есть танцы. То есть в ДК очень много. Пригласила родителей, даже не знаю, что делать в этой ситуации. Я сегодня прибежала в администрацию, то есть первая администрация, как бы следующая после директора, то есть это в Ратуше у нас находится. Они разводят руками, директор разводит руками. Я пришла в администрацию, они мне сказали: Катя, делай, что хочешь. Что значит, что хочешь? Это не частная лавочка, я работаю под государством. У меня есть сверхустоящие руки, почему я должна делать, что хочешь? Я считаю, что они просто должны элементарно на этот месяц предоставить зал. То есть мы за месяц потеряем уровень танцевания, мы ездим на международные соревнования 8 числа, 8 9. У нас в Москве международный турнир. Как я к нему буду готовиться? Каким образом? Где? На асфальте? Приезжаем с Ивангорода, ездим сюда. Раньше занимались в Ивангороде, сейчас вот стали приезжать сюда заниматься парой. Конечно, очень жаль, что вот так происходит. Мало того, что в Ивангороде нам не дают заниматься, не дают нам зал нормальный, который мы хотели бы. У нас там тоже очень много пар. Из-за этого распалось там у нас. Так мы сюда перешли, и тут начали мы уже выезжать на конкурсы. И жалко все бросать. Сложно о чем-либо вообще говорить по той простой причине, никто не видел первоначально какие-либо чьи-либо решения. Ну, надо, прежде чем что-либо обсуждать, надо посмотреть, что в решениях каких-либо написано. Разговор должен быть предметным, скажем так. Да? Хотя студию и само собой место было бы неплохо оставить и заниматься детям, продолжать здесь, конечно же. Это очень ужасно, конечно. Детки заняты. Мне нравится. Ребенок ходит, он ходит с удовольствием. Здесь у них своя жизнь, все свое. И сейчас, если все это бросить, я даже не представляю, тогда дети, получается, будут гулять во дворах допоздна, и мы будем переживать, что с ними делается.
заниматься. Здесь мы знаем, что они при деле, они прихли, они занимаются, они получают знания, они очень довольны, деткам очень нравится. Я думаю, вот мое мнение лично, мой ребенок будет очень сильно расстроен, если занятия закончатся на какой-то период и их не будет. Человек, это совершенно другой уровень. Это вот ребенок, он никогда не пройдет это. Да. Ну да, нам не будет. Вниз. Вообще неизвестно, что будет дальше. Закрывают пока на месте. Потом опять на месте. И неизвестно, во сколько лет. Станов все хуже. Кингисепп вообще. Вроде город такой. Рядом границы, все развитие должно быть, а у нас наоборот. Все с Ивангорода сюда едут, со станции сюда ездят. Очень хороший преподаватель. Это очень ужасно. И меня очень беспокоит, куда мы пойдем с детьми. Нас просто выгнали на улицу. Причем это бальные танцы, мы уже занимаемся здесь лет, наверное, 8-9. И очень хотели продолжать заниматься. И мы просто остались на улице и не знаем, что теперь делать, куда идти.